Считаю, что в Москве и в московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого, исходя из той непростой ситуации, которая складывается. У разных специалистов, у разных коллег разное мнение, но мне кажется, вот тот период, который вы предоставляете, возможность нам, еще 2 недели фактически. Владимир Владимирович, здравствуйте. Мы тут с сыном домашку делаем, поймите, я уже задолбался. Понимаю, как это нелегко. Я его линейкой готов прибить. Очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность. Ну ладно, тогда помогите перевести 2/5 в десятичную дробь. Это всего лишь 0,4. Записал. В третьем задании я написал формулу квадрата суммы. Она, эта формула, более чем уместна. А вот тут вот брат за брата, это за основу взято. Это что такое? Закон жизни. Капец, у меня сын тупой. Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код. У меня тут брат на шашлыки собрался. Можно я ему втащу? Конечно, так и нужно сделать. Ой, после самоизоляции большой компании соберемся и как бухнем. В силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее. Спасибо вам большое. Если что, заезжайте в гости. Спасибо. Благодарю. Будете за голосовать или против? За, конечно. Почему за? А почему? Там все нормально. Какие поправки вам нравятся? Да, все. Вы изучали их? Нет еще. Сегодня в метро видел народ в перчатках. Одноразовых, хозяйственных, зимних, велосипедных. И еще один кадр был в боксерских. Вот человек не вопрос задает, просто предупреждает. Смотрите, решил в домашних условиях сделать антисептик. Взял 1 литр спирта, а дальше не помню. Все как в тумане. Сейчас в ленту зашли, вот такие вот масочки увидели. Вот. А стоят масочки 3000 рублей. Вот такие вот масочки. Вот, они китайские. Вот, но дело в том, что здесь написано, вообще женщина подошла, написано, не для продажи, гуманитарная помощь. То есть это нам китайцы бесплатно отдали, как помогли. Вот, а это тут продают за 3000 упаковочка. А, каково? Что за бред такой? Кто такое сказал? Дайте мне мой товар, мне надо домой отвезти еды. Да, сейчас я вам продукту. Да, не буду. Да. Хотите, давайте. Смотрите, бесплатно. У нас есть 3 штучки, все восторг. Нет, бесплатно, давайте все. Вы как бесплатно обязаны. У нас нет масок. Ну тогда давайте мне товар, который я хочу купить. Что за бред такой? Отпустите мне мой товар, я заказал. Дайте мне. Я не смогу. Право вас. Где это написано? Приобретите такое? Маску, пожалуйста. Где это написано? Покажите мне это. У нас есть. Я никуда не уйду, пока. При входе, пожалуйста, у вас. Что при входе? Где это письмо? С кем это? Продайте мне лимонад. Наденьте маску. У меня нету. Я не могу ничего продать без маски. Почему? Распоряжение руководства. Ну это нарушение закона. Позвоните по номеру, расскажите об этом. Так здесь про чек идет, про маску ни слова там. Позвоните по этому номеру и пожалуйтесь. Обязательно позвоню и пожалуюсь. Нет, не выключу. Подайте мне лимонад. Вы не имеете права. Ну, подайте на меня в суд. Вызовите полицию. Лимонад мне продайте, пожалуйста. Девушка, продайте мне лимонад. Я вам ничего не продам без маски. У вас вопросы есть? Нету. Продайте мне лимонад. Нет. Я вот постоянно общаюсь с людьми, и я понимаю, что ситуация уже прямо серьезно так накалена. Еще, правда, чуть-чуть, еще небольшая искорка, и народ встанет. Народ встанет. Ну, говорю, с помощью вас это случится быстрее. Вам это надо, чтобы вот эти бунты все были? Вы понимаете, товарищи продавцы, кассиры, и все, к тому я вот обращаюсь уже, 5-е видео записываю. Вы не накаляйте ситуацию с помощью. Вы если не продаете товар или услугу, люди озлобливаются еще больше. Люди и так уже озлоблены. Давайте будем людьми. Давайте будем людьми. Это же классно быть человеком, а не бараном тупорогим. Сейчас мне это нравится. То не было ничего, возмущались, то все появилось, а теперь мы от цен возмущаемся. Ну извините, я же цены не ставлю. Здрасте, маски есть?
То я знаю, что нет. Перчаток тоже нет, перекиси нет. Ни хрена нет, можно идти. Ну, с чего вы это взяли? Сейчас все завезли, даже бинты и марля есть, все есть. Да вы что, и почем? Марля 200 рублей 5 метров, 10 метров, по-моему, 400 рублей, бинты по 78 рублей, перекись 48 рублей. Ой, ну это долго перечислять. Вам что-нибудь из этого нужно? Ну а маски сколько стоят? Ну 50 штучек, 2000 рублей. Собаки охренели! Сама в шоке. Ну, по-другому не сказать, мы сами в шоке. Но почему нас собаками-то обзывать и обзываться в нашу сторону, и нам это все высказывать? Это в одном из магазинов Махачкалы. Хочешь, подходи, бери. Хочешь, подходи, ложи. И все бесплатно. В основном, наверное, для нуждающихся. Почему власть не носит маски? Если бы работала, вы бы их носили. Бабушка, в деревне есть коронавирус? Да никакого коронавируса нету. Почему? Это выдумка. Что это? Вот я как чихнул, это все вылетело, а корона осталась. Я не буду ее носить, под ней все потеет и дышать нечем. Ой, да это все отмазки. Ну да, это все отмазки от этого. Нет, я говорю, все так отмазываются. О, нифига, а что за мазь? Здравствуйте, а как к хирургу пройти? Кому? К хирургу. Какому хирургу? Ну, вы просто так... он там принимает, да? Какой кабинет, подскажите? До конца. Понял. Так, дед, ты с улицы, держи, обработайся антисептиком. Что это? Спирт? Ну, спирт, конечно. Ты что, сдурел? Отдай. Нет, не пей, дед, не... Ты мне скажи, почему ты не поешь? Ты не можешь или не хочешь? Не хочу, но могу, конечно. Ну тогда, пожалуйста, продемонстрируй мне. Это что, вживую ты поешь или под фанеру? Это вживую! Ну а ты можешь? Я? Слабо? Да, да, ты. О, торжество живого звука. 3, 4. Одному тебе я верю, Шерлок Холмс, отыщи мою потерю. Шерлок Холмс, разыщи ее приметы. Шерлок Холмс, ищи по белу свету. Шерлок Холмс. Государство делает вид, что борется с пандемией, а граждане делают вид, что соблюдают карантин. Внимание, вопрос. Кому нужен этот цирк? Мужики, всем, кто не женился, не упустите свой шанс. Только в этом году свадьба без гостей и без ресторанов. А вы заметили, что все депутаты и чиновники, которые переболели коронавирусом, возвращаются на свои посты посвежевшими и удивительно загорелыми? Алиса, скажи, когда закончится этот масочный режим? Когда серьезные люди отобьют свои бабки и наварятся. Друзья мои, запомните, маска вас защищает от штрафа в 4000 рублей и больше нихуя ни от чего не защищает. В Сбербанке у меня такое чувство, как будто это, блядь, сварщиц посадили в таких масках, которые варят деньги. Что ж с тобой не так, а? Чего ты не заводишься, ёлки-палки? О, братан! А? Братан, слушай, не заводится, поможешь машину толкнуть, а? Слушай, да без проблем вообще. Алло, братан, тебе Infiniti не надо? Какого года? 2006. 2006 года, вообще четкая пушка, братан. Вы не поверите, но антисептик тоже можно сделать своими руками. Я делаю яблочный антисептик. Ну, это не принципиально, можно виноградный, любой ягодный, на вишне хорошо, грушевый, опять же. Это же обычный картофельный антисептик. В общем-то, тоже подойдет. Заражаемся мы, как правило, воздушно-капельным путем. Поэтому и произвести обеззараживание нужно воздушно-капельных, как говорится, тратов. Будьте здоровы. О!
Ядрёно, что в этот раз? Дима, ты опять пьешь, что ли? Нет. А ну дыхни. А, я в маске просто. Вот видите, пригодилось. Так иди сюда. Все, до следующего раза. Коля, ты, может быть, на работу уже пойдешь? Работа, 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 работа. Я хочу обратиться к вам, дорогие друзья. Вы работать будете или нет? Это что такое? Владимир Владимирович, а правда говорят, что сегодня выступали не вы, а ваш двойник? Он несет иногда такую пургу. Я сама смотрю по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил.